вам обращается голодный приют. Пожалуйста, поделитесь с нами. Поделитесь, потому что голод – это самое страшное. Зачерпнув сегодня ложку первого блюда, ребята, вспомните о нас, потому что наши чашки пусты. Друзья, кто из вас хоть раз испытывал голод? Возможно, тот меня поймет и услышит. Возможно, тот меня сейчас услышит. Из-за того, что очень много малышей на капельнице, я упустила время. Я 2 дня назад должна была поднять тему о том, что у нас нет корма. Я не успела, ребята. Я не успела. Я отвлеклась и не успела. Все силы были брошены на то, чтобы заниматься малышами. А сегодня я стою перед проблемой о том, что мы раздали последний корм, и на завтра нет даже крошки. Ни одного мешка, ни одной горсти. На завтра нет вообще корма. Я не знаю, что сказать. Я не знаю, отзоветесь вы или нет. У нас 800 собак. 800 собак, которых мы не можем накормить. Я жутко расстроена сейчас, потому что у меня погибло 2 малыша. 2 суток я капала, с ума сходила, ночевала в приюте. А спасти не смогла. Сегодня вообще сумасшедший день. Сказали, что опять нету шурупов. Потом подошли, сказали, что нет бит. Потом сказали, что сгорела пила. А потом сказали, что чем кормить завтра? Сегодня, оказывается, последний корм, и все. И хоть головой об стену. А на карте всего 17 тысяч. Представляете, на 1000-й приют бездомных животных карта, на которой есть целых 17 тысяч. 800 собак. Это голодные. Голодные. Голодные.